Ви де, ліхто? Давайте ще п'ятий стол надавимо. Ну надо, ну вот, зачем? Пусть установлю. Ночью звезды вдаль плывут по синим рекам. Утром звезды тают без следа. Только песня остается с человеком. Песня верный друг. Навсегда. Через годы, через расстояния, на любой дороге, стороне любой, если ты не скажешь до свидания, песня не прощается с тобой. Если ты не скажешь до свидания, песня не прощается с тобой. Добрый вечер, дорогие друзья! Тут у меня по сценарию громогласные аплодисменты друг другу. Дорогие друзья, наша жизнь с вами настолько непредсказуема, довольно-таки сложна, что самым главным составляющим нашей с вами жизни, вере, надежды и любви, в наше время нужно добавить еще одну составляющую. Это, конечно же, песню. Потому что приходишь с работы, настроение как-то не очень, включил знакомую радиостанцию, услышал любимую песню, и настроение немножко поднимается. И категорически не прав тот, кто утверждает, что петь могут только настоящие артисты. Настоящие звезды, которых мы видим со сцен из больших экранов. Это далеко не так. Все наши люди очень и очень талантливы. И вот сегодня... В поселке Малая Даниловка замечательный праздник. Немножко попозже выступление легендарной группы «Фристайл». А вот сейчас на разогреве у звезд будете петь вы. Вот это Дергачевский район, но не хором, а представители сельских, поселковых, городского советов. То есть люди, которые либо работают в этом совете, либо представляют депутатский корпус. Дорогие друзья, сегодняшний праздник проходит, как принято казати на украинской мове, под патронатом председателя Дергачевского районной государственной администрации Владимира Михайловича Кацубы. Ваши аплодисменты. При финансовой поддержке благотворительного фонда «Мои будни будуемый разум». Ну и что самое главное? Судьями, то есть главным критерием оценивания наших конкурсантов будете, естественно, вы. Поддержка, зрители, то есть те, кто присутствует на этой площадке. Но за правильным судейством, то есть за силой ваших аплодисментов, и правильно ли будут эти аплодисменты в адрес участников, будет следить наша комиссия. Знаете, жизнь – это вообще игра. И любой конкурс – это своего рода лото. В зависимости от того, как тебе улыбнется удача, станешь ты победителем или... Но главное, чтобы ты уже принял участие. Итак, наша уважаемая комиссия, заместитель главы Дергачевской районной государственной администрации Анатолий Николаевич Луханин. Ваши аплодисменты Анатолию Николаевичу. Начальник отдела образования Дергачевской районной государственной администрации Татьяна Васильевна Малинина. Заместитель главного врача Дергачевской районной больницы Светлана Набережная. И начальник отдела культуры и туризма Дергачевской районной государственной администрации Валентина Сергеевна Гузен. Всего 15 участников, 14 сельских и поселковых советов и один Дергачевский совет городской. Мы их образно разделили на две подгруппы. В первой 8 участников, во второй 7. Это немножко проще вашими аплодисментами оценивать конкурсантов, потому что, согласитесь, дослушав 15-го, вряд ли помнишь, чего там пел первый. Поэтому
вот эти вот небольшие две подгруппки. Первая подгруппа уже провела жеребьевку, поэтому мы сейчас и начинаем. Прочее всего, в смысле конкурсантов для участия в этом конкурсе караоке между сельскими подгруппами советами, проще всего пришлось двум сельским советам, потому что, когда поступила информация, председатели сказали однозначно: если не я, то кто? Итак, дорогие друзья, первый конкурсант, первый участник. Встречайте. Председатель Полевского сельского совета Инга Валерьевна Токаренко. Я попрошу вас на сценическую площадку. Из предложенных песен Инга Валерьевна выбрала песню, которая будет злободневна и будет актуальна всегда и во все времена, потому что это песня о самых близких для каждого из нас людях. По условиям конкурса караоке, конкурсант, по крайней мере в первом туре, он поет куплет и припев. Мы решили, что это будет примерно достаточно для того, чтобы оценить его вокальные данные. Итак, приготовьте ладошки для аплодисментов. Я передаю микрофон первому конкурсанту — Токаренко Инга Валерьевна. Мои батьки. С праздником всех тех, кто сегодня собрался здесь, поздравляет Полевской сельский совет. Счастья, здоровья, любви, благополучия всем сельским присутствующим здесь. Мои батьки любовью усияни, живут в селе, в местечку на реке. Онуки в них, як скорі весняні. Мої батьки, святі мої батьки, як мало часу пам'ятає, що невмолимо котяться роки, коли в краї далекі відлітає. Не забуваймо, ждуть на нас батьки. Мої батьки, мого голуби сивенькі, воркують і очікують дітей. Не забувайте, діти, батька і неньки, що моляться за вас серед ночі. Спасибо! Ну, я как раз тот первый, которого можно забыть, как послушал 15-го. Но помните о своих родителях, это самое главное. Помните пословицу, что как вы относитесь к своим родителям, так будут относиться к вам ваши дети. Помните, и тогда, когда будете совсем-совсем старенькими, вам будет счастливо и весело, и тепло от того, что ваши дети вас любят и помнят. Спасибо, с праздником! А мы продолжаем, и я приглашаю сюда ко мне второго участника первой восьмерки. Тельная Светлана Николаевна. Это вы. Аплодисменты. Боже мой, глаза бегают, что-то волнуйтесь. Скажите, пожалуйста, вот чтобы вас немножечко так расслабить, что такое психи? Вы можете ответить на этот вопрос? Нет. Странно, у меня написано: специалист первой категории по субсидиям Пересеченского поселкового совета. А, в образе! Она до сих пор в образе, поэтому все субсидии отошли на задний план. Итак, дорогие друзья, на сцене, на импровизированной сцене представитель Пересеченского поселкового совета с песней... Микрофончик. Тельная Светлана Николаевна с песней «Кабриолет». Почему так путаются мысли? Почему так часто меркнет свет? Я к тебе пришла из прошлой жизни. В этой мне с тобою жизни нет. А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь. Если вспомнишь, меня забудь. А вернешься, меня здесь нет. А я сяду
Габриэлеш. Спасибо вам. Дорогие друзья, я приглашаю на сцену третью конкурсантку, представительницу Проходовского сельского совета, Веру Борисовну Масалитину. Дело в том, что, дорогие друзья, есть на свете такие люди, которые просто обожают живую музыку и только ее. И вся вот эта вот электроника и техника, ну кроме, конечно, микрофона, ну не нравится как-то, правда? Вот что-то она там бухает, вот эта фонограмма непонятная. Ну, баяна у нас, к сожалению, нема. Но мы, если какие-то вопросы возникают, конечно же, идем навстречу. Поэтому, дорогие друзья, акапельное исполнение «Волгоградская березка». Представительница Проходовского сельского совета Вера Борисовна Масалитина. Ты тоже родился в России, в краю полевом и лесном. У нас в каждой песне береза, береза под каждым окном. На каждой летней полянке из белый живой хоровод. Но есть в Волгограде береза, увидишь, и сердце замрет. Дорогие друзья, ну а на нашу импровизированную сцену я хочу пригласить любительницу военных, красивых, здоровенных, представительницу Протопоповского сельского совета. Наталья Николаевна. Вы знаете, я чувствую сейчас себя прямо вот как будто я на съемках прямой трансляции передачи «Шустер Лайф». И сейчас не я вам буду слово предоставлять, а вы у меня что-то спрашивать. Дело в том, что, дорогие друзья, я сейчас полностью имя, фамилию и отчество назову, и будут ваши аплодисменты. Наталья Николаевна Шустер, пожалуйста. Младший лейтенант, Протопоповский сельский совет. Ваши аплодисменты. Бирюзовый взгляд, как у ребенка, что-то не танцует, что-то не танцует он. Младший лейтенант с улыбкой странной запросто мог стать звездой экрана, только две звезды упали на его погон. Младший лейтенант, мальчик молодой, все хотят потанцевать с тобой. Если бы ты знал женскую тоску по сильному плечу, младший лейтенант, не веди сердца, безымянный палец без кольца. Только я твоей любви ни капли не хочу. А с микрофоном-то куда? Дорогие друзья, вы присутствуете таки на съемках программы «Минута славы». Итак, мы продолжаем приглашать представителей сельских и поселковых советов первой восьмерки. Представительница Слатинского поселкового совета Ирина Александровна Олейник.
Ирина Александровна, вот я смотрю на вас и думаю, боже мой, вот жил бы я в Слатино, и был бы у меня такой вот цель, как вы, депутат, и богу ни с кем бы не здоровался. Ну, это, конечно, шутка, а песня у нее довольно серьезная. Горобина, ніч. Ирина Александровна, олени, Слатино. Дощ розпускає довгі коси, то буде завтра, як завжди, а за плечима пересуди, моєї тут нема вини, за нас все вирішили люди. Підтримайте мене! Не в тому річ, що горобина плаче ніч, а в тому річ, що ми з тобою різні, що це кохання, боротьба, розчарування і журба. Если вам понравилось выступление Ирины Александровны, отправляйте смс, а лучше просто переведите деньги на мой телефон. И будет вам счастье. Ну, что-то я отхожу от этого, просто тоже меня переполняют чувства. Там уже поцелуи идут, уже награждение, вручение, вау, супер. А мы продолжаем. Малоданиловский поселковый совет. Я так понимаю, что Малоданиловки тут больше всего. Владимир Александрович Лемешевский, который депутат уже, я не, даже и не знаю, до трех созывов, боже мой, как вы выдерживали вообще Малую Даниловку, будучи депутатом? Итак, Владимир Александрович Лемешевский, Малоданиловский поселковый совет, танцуем танго! А ты мне так же нравишься, готов кричать и делать дня, что я люблю тебя. Играют танго клавиши, а ты мне так же нравишься, готов кричать и делать дня, что я люблю тебя. Играет танго, аккордеон, моя рука слилась твоею. Ты посмотри, со всех сторон на нас девчоночки глазеют. Они от нас так далеки, быть может, им не рассказали, что их родные старики вот так когда-то танцевали. Танцуем танго, танцуем танго, танцуем танго, танцуем танго. Спасибо. Всю жизнь мечтал научиться танцевать танго, но, к сожалению, даже с вальсом проблемы. Дорогие друзья, Казачий-Лопаинский поселковый совет представляет тоже депутат Марина Николаевна Дыгала. Песня вас... Да, включен. Вы знаете, как на медицинский язык, медицинскими терминами переводится название этой песни, которую вы заявили? Вы знаете? Сейчас скажу. Дорогие друзья, медицинская терминология. Виагра с димедролом. То есть любое похожее на сон. Марина Николаевна Дыгова, Казачий-Лопаинский поселковый совет. Пожалуйста. Я в Казахстане.
глаза твої, как зеркало, смотрелось. Отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб ты лишь гостем был в сумраке ночей и в судьбе моей. Я люблю тебя, как любят жизни раз. Словно солнце в мире не было до нас. Я немыслимой ценой и своей мечтой заслужила это счастье быть с тобой, быть всегда с тобой. Любовь, похожая на сон, Сергей в хрустальный перезвон. Твое волшебное люблю. Я тихим эхом повторю, любовь, похожая на сон. Давай, передай привіт, Таня. Я хочу передати всім привіт від Казача Лубенської селищної ради, привітати всіх присутніх зі святом, побажати здоров'я, щастя, наснаги і, звісно ж, любві, любві. Маріночка, а далі? Ну так же. Любові все сказано. Шановні друзі, Козачолобанська селищна рада від усього серця запрошує вас у неділю 25 вересня до себе у гості. Забула. На свято. Інформація прозвучала на правах реклами. Потім розчитаємося. Всіх вітаємо і раді бачити 25 вересня у нашій Козачій Лобані. До зустрічі. Во! Но вы еще никуда не уезжайте, потому что у нас еще на импровизированную сцену сейчас первая восьмерка подходит к завершению. Представитель Русско-Лазовского сельского совета Светлана Николаевна Жиренко. Эх! Добрый вечер. Я продолжаю тему любви и выбрала такую песню, которую поют все и везде. Поэтому, пожалуйста, поддерживайте. Если что не так, извините. Виновата ли я? Поехали! Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, что люблю? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему? Целовал, миловал, говорил, что тебя я люблю. А я верила все, и как роза цвела, потому что любила его. А я верила все, и как роза цвела, потому что любила его. Это была Светлана Николаевна, с песней «Виновата ли я». Всех с праздником, всем здоровья, счастья и любви, конечно же. Спасибо. А подождите, а вот теперь не уходите. Ну то, что, дорогие друзья, первая восьмерка завершила свое выступление, и я вызываю сюда на импровизированную сцену всех участников, которые были в первой восьмерке. Токаренко Инга Валерьевна, Тельная Светлана Николаевна, Масалитина Вера Борисовна, Шустрая Наталья Николаевна, Олейник Ирина Александровна, Лемешевский Владимир Александрович, Дыгова Марина Николаевна и Жиденко Светлана Николаевна. Вот все они здесь. Итак, все вы помните, что они исполняли. Я сейчас буду называть поселковый совет или сельский совет, имя, фамилию и отчество конкурсанта и песню, которую они исполняли. Вы, соответственно, делаете немножечко шажок вперед, чтобы вас вспомнили.
И вы, дорогие друзья, должны будете своими аплодисментами, свои аплодисменты подарить конкурсанту. А вот уже по силе аплодисментов мы сейчас определим, кто из этой восьмерки пройдет в следующий тур, а кто... Ну, а кто, а кому уже повезло, и тот уже отстрелялся. Да, вот по председателям видно такое, да ладно уже, хоть как-нибудь-то поехал уже отсюда. Но все равно, да, но все равно до окончания всего праздника, все равно вам придется здесь находиться, потому что награждение у нас будет только после выступления финалистов. Итак, ваши аплодисменты. Председатель Полевского сельского совета Инга Валерьевна Токаренко. Угу, спасибо. Наша комиссия слушает внимательно. Ваши аплодисменты. Сладинской поселковый совет Ирина Александровна Олейника, рабына нить. Сделай чуть-чуть шажок вперед, уже шарить не можешь. Да. Проходовский сельский совет Вера Борисовна Масаличина, Волгоградская березка. Угу. Я затруднил. Протопоповский сельский совет Наталья Николаевна Шустер, младший лейтенант. Сладинской поселковый совет. Господи, я что, я вас уже называл? А, да, господи. Молокониловский поселковый совет Владимир Александрович Лемешевский. Кто бы сомневался. Казачелопанский поселковый совет Дыгала Марина Николаевна, любовь похожая на сон. Русско-Лазовской сельский совет Светлана Николаевна Жиденко, виновата ли я? Угу. Уважаемые члены комиссии. А, фу, а пересечная пропустили. А что я так, это я тоже волнуюсь. Пересечанский поселковый совет Тельная Светлана Николаевна, кабриолет. Ага. Уважаемые члены комиссии, я немножко в затруднении. Вы тоже? Что, еще раз? Еще по одной песне, а потом еще по две, а потом еще по 150 каждому и все. И завтра дети в школу не идут. Сейчас совещается комиссия, а сейчас одну секунду. Председателя жюри типа сейчас вызовем. Чтоб уже если били, так уже не меня. Дело в том, что примерно, потому что у меня здесь и микрофон, и это. Антон Николаевич, пожалуйста. Я тоже волнуюсь. Потому что судьям тоже достается. Ну, судьям потом. Мы долго слушивались ваши аплодисменты и пришли к выводу о том, что в следующий тур выходят славные представители депутатского корпуса Молодониловского поселкового совета. Казачелопанского поселкового совета. И Полевского сельского совета Инга Валерьевна. Это вы все осудили. Я только озвучил. Спасибо. Итак, дорогие друзья, еще раз аплодисменты участникам первой восьмерки. Никуда не разбегаемся, а представители Казачелопанского поселкового совета, Молодониловского и Полевского сельского совета, пожалуйста, вам нужно будет выбрать еще одну песню для следующего тура. Дорогие друзья, а сейчас... Сейчас мы закончим с проформами. Дорогие друзья, я сейчас попрошу зарегистрированных представителей второго захода подойти сюда и тянуть жребий.
Представитель Дергачевского городского совета Сачи Александр Станиславович. Ольшанский поселковый совет Марусич Надежда Ивановна. Да, Александр Станиславович, вытаскивайте. Три. Он третий. Так, Надежда Ивановна. Вторая. Так, идем дальше. Солоницынский поселковый совет Кулибальдар Рафикович. Да как вы хотите. Пятый. Так. Безруковский сельский совет Николай Иванович Шабалташ. Сам председатель тоже пойдет. Четвертый. Ну и у нас остался Черкасско-Лазовской. Он первый. Не добрались, к сожалению, представители двух советов. Итак, итак, дорогие друзья, мы представители трех поселковых, которые вышли в следующий тур, пожалуйста, если вы еще не выбрали песню, подойдите и сделайте это. А мы начинаем, у нас, к сожалению, не семерка, а пятерка конкурсантов. Второй заход. Представитель Черкасско-Лазовского сельского совета Малыш Виталий Викторович. Песня из репертуара Аллы Пугачевой «Когда я уйду». Спасибо. Можно реверу добавить и громкость. С праздником всех! Добра, счастья, удачи, успеха. Когда я уйду далеко-далеко, не мучаясь и не тревожась, быть может, вздохнет кто-то очень легко, а кто-то заплачет, быть может, умчится мой поезд на стыках звеня, умолкнут былые оркестры, и тот, кто родится позднее меня, на сцене займет это место. Желай, не желай, не прокрутишь назад отснятых судьбой киноленты. Лишь только вдогонку за мной полетят растаявшие аплодисменты. Спасибо. Обалдеть. Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать. Фух, уж лето осенью дышало. Я даже не знаю, дорогие друзья, дело в том, что так получилось, что у нас не семерка, а пятерка, как я уже говорил, конкурсантов, и они довольно-таки все сильны. Я приглашаю на нашу импровизированную сцену представительницу Ольшанского поселкового совета Марусич Надежду Ивановну, член исполкома. Надежда Ивановна. Песня из репертуара группы «Белый день». «Мама». Встречайте. Шановні присутні, любіть своїх батьків, поважайте старших.
За рекой непогода, за рекою туманы, за туманом холодным где-то солнце встает. Только мама седая, моя милая мама, у крылечка родного свою доченьку ждет. Только мама седая, моя милая мама, у крылечка родного свою доченьку ждет. Тебе, моя мама, поцелую морщинки твои. Пусть проносятся годы упрямо. Только ты, моя мама, живи. Спасибо, Надежда. Ну, а к старту готовится великий бард Дергачевского городского совета Александр Станиславович Осадчий, депутат Дергачевского городского совета. Он как, знаете, как Михаил Боярский всегда в черной шляпе, так он всегда с гитарой. И пока я к вам сюда добрался, загнал шпагу, трех коней и свой шикарный черный плащ. Добрый вечер. Всех с праздником. Сегодня светлый, теплый день. Ну что ж. Ну что ж, поехали. За тех, кто в море. Все начиналось, все было впервые и вновь. Как строили лодки, и лодки звались вера, надежда, любовь. Как дружно рубили канаты, и вдаль уходила земля. И волны напели, и каждый пятый, как правило, был у руля. Вместе я пью до дна. За тех, кто в море, за тех, кого любит земля, за тех, кого повезет, и если цель одна, и в радости, и в горе, то, кто не струсил и весел не бросил, тот землю свою найдет. Спасибо! Спасибо и вам. Ну что ж, Станиславич, ожидайте решения зрителей. Ну а на сцену я приглашаю следующего конкурсанта, Николай Иванович Шабалтас, председатель Безруковского сельского совета. Я так понимаю, вы сами себя объявите. Дорогие друзья, всех вас с праздником. Желаю всем добра, счастья, благополучия в каждой вашей семье, чтобы такие солнечные и теплые дни всегда присутствовали в вашей жизни. С праздником вас всех, дорогие! Так и клен шумит над речной волной. Говорили мы о любви с тобой. Ты, любимая, не смогла сберечь. Поросло травой вместо наших встреч. Поросло травой, поросло травой, поросло травой вместо наших встреч.
урожай хороший, так что травой все не поросло. Спасибо, Николай Иванович, у вас еще будет выход на общую оценку зрителей. Ну а я приглашаю последнего на сегодня конкурсанта. Представитель Солоницынского поселкового совета Эльдар Кулиев. Этот человек говорит всем: приходите в мой дом, мои двери открыты. Встречайте. Я закрою глаза, и я забуду обиды, и я прощу даже то, что не стоит прощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Буду песни вам петь про судьбу и разлуку, про веселую жизнь и нелепую смерть. И как прежде глаза мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется спеть. И как прежде в глаза мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется спеть. Благодарю. Это был Эльдар Кулиев. Эльдар, оставайтесь здесь, на сценической площадке. И я приглашаю всех участников второго забега. Малыш Виталий, Марусич Надежда, Азачи Александр, Шабалдас Николай Иванович и Эльдар Кулиев, он уже здесь. Итак, дорогие друзья, вот той последовательности, в которой они выступали, сейчас и будут звучать ваши аплодисменты для того, чтобы узнать, кто же из них пройдет во второй тур, пройдет дальше. Итак, ваши... Секунду. Итак, ваши аплодисменты. Малыш Виталий Викторович, Черкасско-Лазовской сельский совет. Спасибо. Марусич Надежда Ивановна, Ольшанский поселковый совет. И в Ольшан проехала, боже. Азачи Александр Станиславович, Дергачевский городской совет. Шабалдас Николай Иванович, Безруковский сельский совет. Я понял. Для того, чтобы стать победителем в караоке, нужно депутатом быть. И Эльдар Кулиев, Солоницынский поселковый совет. Наша уважаемая комиссия опять в раздумьях. Боже мой, загадывайте, Надежда, загадывайте. Самые бурные аплодисменты были адресованы Черкасско-Лазову. Согласны? Я не знаю. Мы, наверное, с вами будем согласны, что лучше всех, душевнее всех пела представитель Ольшана. Ну и всех поразил Николай Иванович. Без руки.
Ну что же, Альжан и Безрук и Черкасска Лозовая выбирают очередную песню, ну а вам спасибо. Да-да, спасибо, но оставайтесь здесь, потому что впереди церемония награждения, и сегодня подарки, призы за участие получат абсолютно все. Дорогие друзья, ну что ж, а у нас второй тур, второе отделение. И я хочу вам сказать, что в принципе, если по решению зрителей, по решению основного жюри, определится три претендента, то есть первое, второе и третье место, то именно этот тур и будет сегодня сейчас завершающим. Но, как говорится, все зависит как от наших конкурсантов, от наших исполнителей, так и, естественно, от вас. Слушайте внимательно. И главное, после того, как они выступят, аплодируйте. Ну что ж, после выступления первой восьмерки я хочу задать логический вопрос. Кто из вышедших во второй тур от первой восьмерки уже готов? Вот я была первой, я буду и второй первой. Все. Итак, Инга Валерьевна Токаренко, Городской сельский совет, щира украиночка. Я на Украине. Я думаю, что эта песня больше всего подходит сегодняшнему нашему празднику. А кто знает, поет вместе со мной. Поехали. Річка невеличка, через гори, через гай. Рано вранці небо кличе, вставай, землею, вставай. Розбуди усе навколо, хай почує рідний край. Пісню гарну, серцю милу, добрим людям співай. Як у нас на Україні, люди всі кричучі. Як у нас на Україні, всі лани. Хай же щастя буде в домі, і пісень багато, бо без пісні в Україні не буває свята. Так у нас на Україні все м'є, так у нас на Україні. Хай же щастя буде в домі, і пісень багато, бо без пісні в Україні не буває свята. Итак, дорогие друзья, следующий конкурсант рвется в бой. Малонаниновский поселковый совет Владимир Александрович Лемешевский с песней «Не забывайте друзей». Тем она сильней. Кого-то жизнь бросает, словно мяч, а шлем бьет, не поднимая глаз. А чья-то жизнь полна удач. Но чувство дружбы есть у нас у всех. Не забывайте писать.
Не забывайте звонить, не забывайте друзьям о самом главном говорить. Не забывайте друзей, не забывайте о том, что лишь единственный раз на свете мы живем. И действительно, не забывайте друзей, потому что друзья – это то, без чего каждый человек не живет, а просто существует. Ну а мы продолжаем. Марина Николаевна Дыгова, казачелопанский поселковый совет. И песня, которую она выбрала для дальнейшего своего участия, песня из репертуара Софии Ротару «Не спросишь». Марина, выход ваш. Знала вкус беды и счастья, радость слез и окрыленную печаль. Я с тобой жила в стране тоски и страсти, но вот пришла пора сказать тебе прощай. Кто прочел любви дурманящие строки, кто держал мечту за дерзкое крыло, только тот уже не будет одиноким. Но все прошло, прошло, как странно все прошло. Не спроси, о чем молчу, куда иду. Не просишь два нежных слова на ходу. И даже не скажешь, что не в раю и не в аду. Тебя я больше не найду. Спасибо, Марина Николаевна. Ну, а мы продолжаем. Надежда Ивановна Маруси, Чальшанский поселковый совет. Вы знаете, из всех песен, которые вообще существуют на свете, если честно, по большому счету, ей очень нравятся песни замечательного дуэта Михаила Круга и Вики Цыгановой. Ну, вот она у нас сейчас в качестве как Вика Цыганова. Надежда Ивановна Цыганова-Маруси. Приходите в мой дом. Замечательная, на мой взгляд, песня. Итак. Приезжайте, гельшаны, до нас в гости. Залетайте. Поехали. Я отбуду обиды, я прощу даже то, что не стоит прощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни петь и вином угощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни петь и вином угощать. Буду песни вам петь про весну и разлуку, про веселую жизнь и нелепую смерть. И как прежде в глаза мы посмотрим друг другу. И, конечно, еще мне захочется спеть. И как прежде в глаза мы посмотрим и, конечно, еще не захочется спеть. Спасибо, Надежда. А на нашу импровизированную сцену я приглашаю представителя Черкасско-Лазовского сельского совета Малыш Виталий Викторович в украинскую народную песню «Ніч яка місячна».
вдячна, зоряна ясная, видно хоч голки збира. Вийди, кохана, я працюю зморена, не ліночку гай. Сядемо в купочці тут під калиною. Сядемо в купочці тут під калиною, і над панами я пан. Глянь, моя рибонько, дрібною хвилею в туман. Глянь, моя рибонько, дрібною хвилею телиться в полі туман. Спасибо вам. И у нас еще один конкурсант, еще один участник. Николай Иванович Шабалтас. Безруковский сельский совет. Ну, слава Богу, судячи по вашей песне, вы, слава Богу, пришли. Ну, а песня тоже украинская народная. В чем ты не пришел? Ти не прийшов, як місяць ішов, я тебе чекала. Чекання, чекання нема, очі стишки не зла, мати не пускала. А капелла можете? А капелла можете? Итак, в чем ты не пришел, а капелла? А капелла, то есть без музыкального сопровождения, вот так вот сами. Можете? Другую? Давай. Отговорила роща золотая березовым веселым языком, и журавли печально пролетая уж не жалеют больше ни о ком. И журавли печально пролетая уж не жалеют больше ни о ком. Ну это ж совсем другое дело. Дорогие друзья, ну и всех шестерых участников я приглашаю на импровизированную сценическую площадку. Инга Валерьевна Токаренко, Владимир Александрович Левышевский, Марина Николаевна Дыгова, Надежда Ивановна Марусич, Малыш Виталий Викторович, ну и Шабалтас Николай Иванович. Итак, уважаемая комиссия, уважаемые зрители, сейчас, в принципе, только от вас зависит, будут ли определены вот эти самые три человека. Первое, второе и третье места. В той последовательности, в которой они выступали, я их и называю. Инга Валерьевна Токаренко, Полевской сельский совет. Идем дальше. Лемешевский Владимир Александрович. Марина Николаевна Дыгала, Казачелопанский поселковый совет. Марусич Надежда Ивановна, Ольшанский поселковый совет. Малыш Виталий Викторович, Черкасско-Азовской сельский совет.
И Шабалбас Николай Иванович, Безруковский сельский совет. Итак, дорогие друзья, а сейчас минуточку внимания. Сейчас, для того, чтобы вы уже согласитесь, что это очень серьезное дело, очень-очень, тем более, что готовятся к выступлению наши замечательные гости, для подготовки церемонии награждения и вручения... У всех сразу нервы. Да боже, что ж уж такое. Мы объявляем 15-минутный перерыв. Как раз за это время успеют провести саундчек. Одну секунду. Дорогие друзья, не закончились еще ваши мытарства. Дело в том, что наша комиссия, вот судя по аплодисментам зрителей, она прикинула, вот определила четверых. И вот за эти 15 минут, которые будут технический перерыв и для наших гостей, и для нас, мы сможем вместе с вами подобрать еще одну песню для выступления именно эти четыре человека, которые сейчас, советы, которые будут озвучены. У нас есть возможность еще продлить удовольствие и выслушать наших конкурсантов. Поэтому в очередной незапланированный тур выходят Полевая, Малая Даниловка, Казача и Ольшана. Ну что ж, ваши аплодисменты Черкасской Лозовой и Безруковскому сельскому совету. Дорогие друзья, с этой четверкой мы встретимся через 15 минут. Мы сейчас определимся, какие песни они будут исполнять. Ну а с вами мы прощаемся до церемонии награждения. Небольшой 15-минутный перерыв, не разбегайтесь далеко. Скоро встретимся. Дорогие друзья, я смотрю, конкурсанты, те, которые участвовали, делятся впечатлениями со своими друзьями и подругами, да, переволновались. А кто сказал, что будет просто и легко? Дорогие друзья, по итогам зрителей и по решению комиссии, у нас в финал вышло 4 человека. И по правилам, они сейчас должны будут спеть еще по одной песне, точно так же куплет-припев. И вот из этих четырех и определится первое, второе и третье место. Ну и, конечно же, каждый из участников получит поощрительные призы за участие в районном конкурсе караоке «Ридный край талантами расцветай» среди сельских, поселковых и городских советов. Итак, ну что уже, не будем менять традиции. И первое из четырех... Инга Валерьевна Догоренко, Полевской сельский совет, с песней «Одолжила». Одолжила.
подруги, я тебя одолжила и головушку твою закружила. Обещала, что верну непременно, но во мне произошла перемена. Одолжила, одолжила, мою голову вскружила и вернуть тебя божила. Но со мной беда случила, но со мной беда случила. Я сама тебя влюбила, я влюбилась и забыла, что тебя я одолжила. Спасибо, Инга Валерьевна. Ну, а мы приглашаем на эту импровизированную сцену представительницу Ольшанского поселкового совета Марусич Надежда Ивановна. Для каждой женщины самое главное в жизни — это, конечно же, семейный очаг. Но семейный очаг будет неполным, если в нем не будет хорошей и теплой погоды. Надежда Ивановна Марусич, Ольшанский поселковый совет. Погода в доме. Дорогі дорогачівці, кожній сім'ї миру, злагоди і затишку. Какой прогноз у нас сегодня, милый? Чем ты опять проснулся не в ладу? Скажи мне просто, Господи, помилуй, такую блажь имеешь ты в виду? Главней всего погода в доме, а все другое суета. Есть я и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта. Что кроме легко уладить с помощью зонта. Какой прогноз, дожди или туман? Дело в том, что мы специально на этих словах прервали, потому что как раз сегодня нам дождей и туманов в Малой Даниловке ну никак не нужно. Это была Надежда Ивановна. Ну а мы продолжаем. Представитель Малоданиловского поселкового совета Владимир Александрович Лемешевский. Май уже прошел, но именно в мае расцветает все. И земля, и трава, и деревья, и, конечно же, любовь. Еще цветет черешня. Владимир Лемешевский. Каждый день не говорю тебе «люблю». Прости меня, что каждый день, как прежде, взгляд твой не ловлю. Но, наверное, я привык, что ты есть рядом у меня. Но не представить хоть на миг себя мне без тебя. Еще цветет черешня за окном, еще с тобой ее нам стало вновь. И никогда, ни завтра, ни потом. Я знаю, эта сладость не пройдет. Прости меня, кто
перестал я ревновать тебя к другим. Прости меня, кто вдруг я стал самоуверенным таким. Хотя другие, может быть, поймав твой взгляд средь бела дня, но не представить хоть на миг себя мне без тебя. Еще цветет черешня за окном, еще с тобой ее нам сладок ночь. Но никогда, ни завтра, ни потом, я знаю, эта сладость не пройдет. Еще цветет черешня. Ну а сейчас с массой самых наилучших и теплых пожеланий спешит на импровизированную сцену представительница Казачелопанского поселкового совета Марина Николаевна Дыгова. И, я так понимаю, вы всем присутствующим хотите что-то пожелать. Желаем! Солнце ярко светит, и смеются дети, и мы рука об руку идем с тобою рядом. И говорить не надо, все и так понятно, и мне приятно всем вам говорить. Желаю, чтоб вы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре. Чтоб достали жили, чтоб горя не знали, и чтоб ваши дети вас радовали. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-лам, па-ра-па-пам. Ну что ж, эту четверку я приглашаю сюда подойти ко мне. Инга Валерьевна Токаренко, Владимир Александрович Лемешевский, Надежда Ивановна Морозич и Марина Николаевна Дыгова. Уважаемые зрители, внимание, наступает момент истины. От того, как вы будете аплодировать, все и решится. Ваши аплодисменты представительнице Полевского сельского совета Инге Валерьевне Токаренко за песню «Одолжила». Ваши аплодисменты Ольшанскому поселковому совету Надежда Ивановна Марусич «Погода в доме». Ваши аплодисменты Молодониловскому поселковому совету Владимир Александрович Лемешевский «Еще цветет черешня». И ваши аплодисменты Казачелопанский поселковый совет Марина Николаевна Дыгова с песней «Желаю». Все-таки децибелы были разные, тут уж ничего не попишешь. Ну что ж, дорогие друзья, уважаемые зрители, они же судьи, уважаемые конкурсанты, я сейчас перехожу на главную сцену, и вот именно там мы и будем проводить церемонию награждения. Дорогие друзья, итак, я сейчас хочу пригласить на эту сцену двух замечательных людей. Человека, который гостеприимно принимает сегодня представителей всех поселковых советов, сельских, поселковых, городского, Ергачевского района у себя на территории. И давайте по очереди. Под ваши бурные аплодисменты я приглашаю на сцену председателя Ергачевской районной государственной администрации Владимира Михайловича Кацубу. И председателя Молодониловского поселкового совета Анатолия Петровича Великанова. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня замечательный праздник. Во-первых, это праздник Пресвятой Богородицы. И мы сегодняшний вечер вместе вот с участниками такого красивого песенного соревнования, вместе с легендарной группой «Фристайл», мы хотим подарить Зооветеринарной академии. Несколько дней назад они праздновали 160 лет
а к ней имеющие отношения. От ректора до ученого совета, профессорско-преподавательский состав, все жители Малой Даниловки и вообще все жители Дирачевского района, потому что каждый десятый то ли учился, то ли работал, то ли будет учиться в этой прекрасной, в этом прекрасном учебном заведении. И оно по праву считается, это было признано несколько дней тому назад, лучшим учебным заведением среди аналогичных вузов мира. Дорогие друзья, я вам желаю получить сегодня всем хорошего настроения, хороший заряд такой энергии, добрый, позитивный, чтобы вы с ним жили долго и счастливо, чтобы все радовались жизни, никогда не болели и вспоминали наш прекрасный вечер. Дорогие жители поселка, студенты, преподаватели вуза. Я думаю, что сегодня то начало, которое доброе, которое сегодня нас поднимает настроение, мы с этим так останем, проведем вечер, и всю оставшиеся дни, недели и годы, которые также точно будем, как говорится, совместно отдыхать, радоваться жизнью. Вот как раз согласно от этого лозунга, который Владимир Михайлович сегодня нам подал. Майбутнє будуємо разом. Ну что ж, дорогие друзья, мы начинаем подведение итогов открытого вот такого районного конкурса караоке между сельскими, поселковыми и городскими советами Дергачевского района «Ридный край. Талантами расцветай». Конкурс. Сегодняшний конкурс проходил под патронатом председателя Дергачевской районной государственной администрации Владимира Михайловича Кацубы при непосредственном финансовой поддержке благотворительного фонда «Майбутнє будуємо разом». Итак, дипломом за участие в конкурсе караоке награждается... Дипломом за участие в конкурсе караоке «Ридный край. Талантами расцветай» награждается Осадчий Александр Станиславович, Дергачевский городской совет. Помогайте. Александр Станиславович Осадчий. Вместо Александра Станиславовича Дергачевский миский голова. Диплом ему отдадите, подарок оставите. Аплодисменты. Дипломом за участие награждается Шабалтас Николай Иванович, Безруковский сельский совет. Хотя малоданиловских женщин вы очаровали. Я в хорошем смысле этого слова. Дорогие друзья, пойте громче, пойте больше, потому что это полезно и для души, и для легких. Здоровья вам крепкого! Давайте похлопаем нашему сосо Павлиашвили. Помню, еще дома есть Нани Брыгвадзе. Дипломом за участие награждается Малыш Виталий Викторович, Черкасско-Лазовской сельский совет. Вам за участие. Давайте отойдем чуть в сторонку, потому что сцена может не вместить всех. Дипломом за участие награждается Тельная Светлана Николаевна, Пересечанский поселковый совет. Диплом
дипломом за участие награждается Олейник Ирина Александровна, Слатинской поселковый совет. Дипломом за участие в конкурсе караоке награждается Жиденко Светлана Николаевна, Русско-Лазовской сельский совет. Дипломом за участие награждается Шустер Наталья Николаевна, Протопоповский сельский совет. За участие награждается Кулиев Эльдар, Солоницынский поселковый совет. Дипломом за участие награждается Масолитина Вера Борисовна, Малопроходовский сельский совет. И дипломом за участие награждается Лемешевский Владимир Александрович, Малоданиловский поселковый совет. Ну что ж, дорогие друзья, дипломы за участие вручены, подарки тоже. Я попрошу вас еще раз аплодисментами поприветствовать этих замечательных, смелых во всех отношениях людей. И попрошу под ваши бурные аплодисменты проводите их со сцены, потому что сейчас мы продолжим церемонию награждения. И итак, дипломом за третье место в конкурсе караоке «Рыбный край талантом расцветай», цветами и памятным призом награждается Марусич Надежда Ивановна, Ольшанский поселковый совет. Заместитель председателя, не уходите далеко, вам еще подарок нести. Дипломом за второе место осталось всего два конкурсанта. Все в напряжении. Награждается. Господи, вы знаете, когда смотришь вот эти телевизионные шоу, и когда ведущие начинают тянуть время, хочется взять вот так вот, залезть в телевизор и убить к чертовой бабушке его. Думаешь, шо ж ты тянешь, говори быстрей. И вот сейчас я именно в этом амплуа и нахожусь. Дипломом за второе место награждается Дыгала Марина Николаевна, Казачелопанский поселковый совет.
главный приз и сертификат. Настоящий сертификат подтверждает, что Токаренко Инга Валерьевна, Полевской сельский совет, стала обладателем главного приза районного конкурса «Караоке. Рибный край. Талантом и расцветай». Дорогие друзья, если у кого-то из победителей есть несколько слов, Инга Валерьевна, пожалуйста. Спасибо огромное. Я, честно говоря, немножечко, в шоке, это в хорошем смысле этого слова. Почему? Потому что всей душой болела за представителя Малой Даниловки. Потому что мужчин, поющих на сцене, очень-очень мало. А Дергачевщина, она богата мужчинами, очень талантливыми. Я хотела бы отдать предпочтение этому молодому человеку. Я его давно знаю, очень люблю. Спасибо ему за то, что он принимал сегодня участие. Ну и спасибо всем тем, кто аплодисментами поддержал меня, кто своими криками, писками, топотом и всевозможными эмоциями поддержал меня на этой сцене. И огромное спасибо участникам и, конечно же, организаторам, потому что таких праздников очень-очень-очень мало. И там, где действительно и сельские головы, и депутаты могут показать не только организационные свои способности, но и таланты. Особое спасибо Владимиру Михайловичу Кацубе, потому что если бы не он, наверное, такого праздника здесь бы не было. Спасибо, Владимир Михайлович. Дело в том, что Владимир Михайлович уже здесь. Дело в том, что Владимир Михайлович сейчас озвучит, что же это за главный приз. Инга Валерьевна очень так растаяла в своих комплиментах мужчине. Ну, тут действительно приз — путевка в Турцию на двоих человек сроком на 10 дней. Так что она может легко взять того милого молодого мужчину с Малой Даниловки, который прекрасно пел. А тебе приятного отдыха. Мы лучшие, мы поющие. Меня не отпустят. Спасибо еще огромное. И всех-всех-всех с праздником. Сейчас, одну секундочку. Дорогие друзья, вот сегодня все вы слышали, что представительница Казачелопанского поселкового совета громогласно во всеуслышание пригласила на праздник, который будет проходить 25 числа. Да? Вы еще хотите? Я еще хочу раз напомнить о том, что в нашем славном поселке Казачелопань будет проходить грандиозный праздник, который называется «Козацька родина». Я всех приглашаю, дорогие болельщики. Спасибо всем вам за ваши аплодисменты. Мы всех рады будем встретить в нашей Казачьей Лопани. Еще раз хочу поблагодарить, конечно же, Владимира Михайловича за такой праздник, который сегодня был организован. Хочу всем пожелать еще раз счастья вам, здоровья крепкого, успехов во всем. Ну и, конечно же, всем вам большой, огромной, чистой любви. Всем спасибо от Казачьей Лопани. Пару слов. Шановна рідна Дергачівщина, хочу подякувати за вашу підтримку, за те, що ви поруч. Всім добра, миру, злагоди. І нехай наші таланти процвітають. Нехай наша Україна квітне. Спасибі за цю організацію красивучого свята. Всім спасибі. Ну что ж, дорогие друзья, еще раз аплодисменты победителям. Не бойтесь участвовать в таких открытых конкурсах. Поверьте, никто не будет никогда обижен. Этим мы только становимся дружнее, крепче и жизнерадостней. Аплодисменты! Дергачевской районной государственной администрации в лице Владимира Михайловича, Малодониловскому поселковому совету и, конечно же, нашим участникам, нашим конкурсантам.